Меня аж промурашило с музыки. Мам, ты снова поздно вернулась. Я же была занята на работе. Войди в мое положение наконец. Сегодня мой день рождения. Не, надо вот так. Сегодня мой день рождения! Оу, конечно, я знаю. Тогда где мой подарок? Ты когда-нибудь слышала о мистере Красное Лицо? На день рождения хорошего ребенка мистер Красное Лицо тайно оставляет подарки, пока тот спит. Правда? Ну, конечно. Так что, если хочешь подарок, нужно мигом идти в кровать. Тогда я ложусь спать, мам. Ой. Снова ты обманываешь ребенка. Который раз ты возвращаешься так поздно? Я работала, моя смена поздно закончилась. Пиздец! Все еще думаешь, я идиот, не так ли? Эй, мелкий засранец, возвращайся в комнату. И послушай разговоры взрослых. Ладно! Ой, что с тобой, блядь? Что ты, сука, жопой торгуешь, да, блядь? Мамаша, блядь. И пошли вы все, нихуя себе хата здоровая. Похавать есть что? Ютуб, Дискорд, Инстаграм ограничены, а многие VPN-сервисы просто удаляют. Не беда! Новый сервис Beach VPN уже в App Store и готов обеспечить стабильный доступ к нужным ресурсам. Просто откройте App Store, введите Beach VPN и установите приложение. Подключение в один клик. Это один из самых быстрых VPN на iOS и Android. С ним работают все банки, социальные сети, а также YouTube в 4К. На iOS загрузка доступна прямо через App Store, а для Android по ссылке в описании, так как в Google Play он пока отсутствует. Откройте себе интернет по новой с Beach VPN. Ничего нет. Эх, бля. О, графику разную можно. Во, вот такую можешь оставить? Вот такую. Вот такая получше. О, это моя? О. Ой, чиназос. Спим. Так, а где подарок? Подарок. Подарок мне. Кто? Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Нен-нен. Ох, мамочку твою ебашу. Кто ты? Ой. Ой, это куклу мне давай. Ладно, он добрый, походу. Это шнюк. Это шнюк из Лунтика. Походу, добрый. Добрый день. Охуенно, комната без окон. Откуда я тогда птиц слышу? О, спасибо. Это что, подарок от мистера Красное Лицо? Да ладно. Сюда. Привет, я Рон. Что ты говоришь? Конечно, я ведь был создан магией. Так мы еще и выглядим одинаково. Это что было? А-а-а! Вылетело. За что? Хозяин сделал меня специально для тебя, только твоя шея немного странная. Хозяин совершает ошибки. Ага. Сейчас важно лишь то, теперь я твой лучший друг. Можешь поиграть со мной? Хозяин оставил мои игрушки в шкафу. Можешь, пожалуйста, достать. Ой, бля, сейчас будет какая-нибудь залупа ебаная. Чека все еще застревает. Попробуй еще раз. Блять. Не открывается. Я голоден. Нет, есть будешь ты, но я смогу чувствовать все, что ты ешь. Хозяин связал наши с тобой чувства и эмоции, так что я могу легко понять тебя. Ага. Ладно, пойдем жрать. Ай! Томас Шелби?
Чё, бухнём? А чё есть-то? Таблетки, блядь? Чё делать? Чё хавать? Не понял. А, ты читаешь это письмо в час дня, не так ли, Соня? Приготовил твое любимое блюдо, оставил в холодильнике, так же не избавили на рене. Я на меня не ленишься кушать. Избави принимать лекарства после еды. Угу. А, я шизик какой-то ебаный. Ты держишь что-то другое. А как положить? Как положить этого? А, вот. Что ты, сука? Прыщ. О, чина, блядь. Твоя любимая еда. Хочешь, я покажу тебе магию? Покажи. Сейчас за этой тарелки будет бесконечная еда. Каждый раз, как ты поешь, блюдо появится снова в том же виде. Так. Ебать. Глазам не верю. Что еще ты можешь? Ой. Ой. Ой! А кто бухает? Маму ебал, что за хуйня? Что это сейчас было? Без понятия догадайся. Бутылка, папа надерет мне зад. А батя алкаш, понятно. Здесь он еще спит. Папа, не волнуйся, мой хозяин забрал твоего... Что ты сказал? Слышь ты, блядь. Так. О! Я мой папа. Я же говорю, мой хозяин забрал его. Почему? Что и папа плохой человек. Тебя бьет и постоянно кричит. Их родителей забирает мой хозяин, чтобы защитить детей, как ты. Но это перебор. Мой папа такого не заслужил. Он плохой человек. Это не так. Отпусти папу, умоляю. Ладно, ладно, но моему хозяину это не понравится. До места, где держит твоего папу, проложен очень долгий путь. Тебе нужно срезать путь, если хочешь добраться туда вовремя, чтобы спасти его. Как мне это сделать? Помощью своего шкафа. Вон, блядь. Здорово. Все еще не можешь открыть? Это, конечно, не радует, но и тогда воспользуешься шкафом родителей. Бля. Туда-сюда, нахуй, бегать, бля. Имею в виду, что эти шкафы служат порталами. Принесут тебя куда угодно, даже в то место, где держит папу. Попробуй. Пиздец. Тут ничего нет. А, ну да, забыл. Тебе придется совершить несколько действий. Принеси радио папы и положи перед шкафом. Где его радио? Ага. Куда? Радио послужит кнопкой от лифта. Сперва нужно выбрать частоту. Выбрав нужную дверь, откроется в том месте, которое тебе нужно. О! Не то. Ой, привет. Сори. Мы не к тебе. Думаю, это оно. Иди скорее в него. Так. Ебнулся. О! Вам помочь? Я ищу своего папу. Дайте описание. Его зовут Брюс. Секундочку. Есть много Брюсов. Можно подробней. Брюс хороший или плохой? Такой человек, который часто злится. Значит, он плохой, Брюс. Посмотрим. Еще много, все еще много плохих Брюсов. Больше деталей, пожалуйста. Что еще он делает? Часто кричит. Этого недостаточно. Иногда он меня бьет. И шлепает тоже. И все. Дверь позади вас. Пиздец. Да не каша, бу. Смотрите на его лицо. Вы кто? Как это дети, которые ищут своих родителей? Мы пока тут задержимся. Не хочешь к нам? Простите, но я спешу. О! Бать, тебя чё-то хандрит. Не замечал? Ебать, его плющит нахуй. Шо ты, сука? Папа! Прошу, не надо меня наказывать.
Это я. Не надо меня наказывать. Что он с тобой сделал? Пойдем домой. Угу. То же самое говорит. Ну и хуй мне с ним делать. Заклятие. Ой. Что-то меня хапнуло. Я вернулся. О! Мамаша, блядь. Чё надо? У меня сейчас шея свернется. О, нихуя себе, ой. Чё ты сидишь в шкафу? Мистер Красное Лицо забрал моего папу. Оу. Ну тогда все нормально. Я не шучу. Долгая история, сейчас расскажу. Как там твоя кукла? Кукла, мам, ты о ней знаешь? Я не узнал, как только ты перестал принимать лекарства. А, шиза, блядь. Ёбаный насрал. Всякий раз новая история, но эта кукла была в каждой из них. Ты что, не понимаешь? Нет. Даже не представляю, что с тобой происходит. Иди спать. Что ты, сука, блядь? Ну, шизик я и чё? По кайфу мне. Опа. Хуй, дом, конечно. О! Да ебать, я тебе хотел в рот. Что тебе надо, шнюк? Пиздец. Что произошло? Ты в порядке? Угу. Сквидвард реально, блядь. И куда она меня на шкаф положила? Ты стал лучше? Да. Мистер Красная Ли. Завтра я возьму выходной и останусь дома с тобой. Обещай мне, обещаю. Понятно. Мам! Снова нарушила свое обещание. Ну, я съебалась, сука. Ну и где... О! А что с ним, блядь? Сквидвард, сука! Мой хозяин выбил из меня все дерьмо. Ему не понравилось то, что было вчера. Ты случайно мою маму не видел? Мой хозяин забрал ее. О! Минус мама. Это было так внезапно. Прости, что не смог остановить. Тебе лучше бежать, иначе он вернется, но уже за тобой. Смотри, что он со мной сделал. О! Я нашел это в том месте, где был папа. Думаю, оно поможет нам справиться с ним. Это же заклятие, чтобы убить мистера Красное Лицо. Скорее беги в шкаф и найди то место, куда забрали твою маму. Так. Погнали, хуй, гондона. Что ты, сука? Мама! Эти прячутся что-то. Быстро брось туда заклятие и прячься за укрытие. Так. Ой. Он сзади, блядь, идет? А нет. Пиздать охуела. Шнюк. Получай. На нахуй. Или это матери пизд. Или кому пизд. Не понял. А. Так. Что с тобой случилось? Мой хозяин повержен. Магия, которая была во мне, исчезает. И ты тоже? Не волнуйся, я этого и хотел. Лучше выйди и беги к родителям. Так. А, вон они. О, они как стояли, так и стоят. Вас освободили. Ой! Я так понимаю, у тебя была интрижка? Я сказал тебе, что была на работе. Врешь.
отвернулась от этой семьи ради другого мужика. И не стыдно, что ты врешь сыну. Ну а ты что, думаешь, что ты... реально изменяет, что ли, сука? Просто сидишь на моей шее уже целый год, что ты за тест такой? Неважно, где я, это мое дело, я приношу деньги в дом и забочусь о сыне. Если ты все еще думаешь, что я шлюха, то ты пал еще ниже, чем это было возможно. Ой, еще одно слово, ладно, мы разводимся. Одному из нас придется уехать из этого дома. Если вижу тебя здесь завтра, мы с сыном уедем сами. А ну, стоять. Ой, заебись, мамаша, нахуй, меня прокинула, дура, а забрать меня не хотела, совсем ебнутая, нахуй. Ну и что мне с этим теперь, что мне с ним делать? Сейчас он и мне въеб... Ох, сильно. Ну, мать, я тебя не ебать. Я этого не позволю, Red Face. Ой. А как он жив? Ой. А кого? А кто это? Что за дитё? Ой. Там не было двери, пизда. А, или это шкаф? Нет, этого не может быть. Мне жаль, Рон. Твой шкаф теперь можно открыть. Это я? Чего, ничего об этом не знаю, ты все знал. Я твоя понимающая часть. Пытался отрицать все эти вещи и придумал историю, чтобы заставить себя чувствовать лучше по отношению к себе и своему папе. Я должен найти способ вернуть тебя к реальности. Попыток было много, чтобы помочь тебе принять эту правду как можно легче. Каждый раз не выходит. Угадай, что потом. Бах, воспоминаниям и конец, и ты снова просыпаешься в ту ночь, когда папа убивает тебя. Как давно я мертв? 14 дней. Пиздец. Что на самом деле с родителями? Твой папа прячется в дешманском отеле. Ты мне уж похуй сдох. О, надо идти его напить. Пойдем домой. О, найс. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? А мама, она меня видит, да? Верно, потому что он возвращается домой только поздно ночью. Но когда наступает день... Сынок? А, сейчас увидит. Сейчас он и ее ебнет. А, или он прячется в отеле. А, он прячется в отеле. И он нет дома. Пиздец. Мусора, сука, решайте проблему, блядь. У вас есть предположение, где прячется ваш муж? Нет. Мне кажется, уронили что-то. Не понял. А это откуда? Это визитка мотеля. Нихуя. Не думаю, что она моя. Пизда к Антону. Типа я закинул, да.
Ой, его арестовали, видите? По новостям. Хуй менты на похоронах делают? Или это рандомные люди, типа? А, там эти челы. Бля, у них такая же хуйня. Вот оно чё, блядь. Ебать. ДК что-то в огонь сел, в костер. Ну, жесткая хуйня. Жесткая хуйня прям. Ну, ждем следующую часть, получается. Если это первая только. Bad Parenting 1. 9 октября вышло. Ну, все, ждем вторую. Пиздец, жестко, блядь, реально. Реально жестко. Это на реальных событиях? Ебать. Нихуя себе. Ебать. Это жестко, блядь. Ну, в следующей части, наверное, да. Наверное, там про вот этих трех детей покажут, что у них было. Ну, жесткая игра, блядь. Мощная.